Всем привет, вы на канале Raiden. Сегодня мы будем играть в Hide and Seek на сервере HiveMC. Это прятки. Да. В Майнкрафте бот. Так, кем я хочу быть? В принципе, лучше быть, наверное, конечно, это полки для книжки. Так, ну а какая у нас... Да, повезло-то мне как с картой. Честно говоря. Ну, в принципе, возможно, тут где-то. А хотя. Я не знаю. Вот возможно, тут можно спрятаться где-нибудь прикольно. Либо залезть куда-нибудь за карту вообще. Ну, это, в принципе, такая карта средняя по местности. Типа тут можно все блоки спрятать, но. О! Так. Так, да где же можно найти место для книжной полки? В принципе, там было одно местечко, но оно какое-то там очень палевное. Теперь его, наверное, сразу же проверили. Так. Мне надо в здание. Книжная полка. Вот где тут может спрятаться книжная стойка? Вот. Нет. Чего же там какая-то стойка стоит? Что он туда? Ай! Я чуть не спалился. Вот сюда, в принципе, ну, место палевное, в принципе, ну почему бы не? Просто там полка какая-то со стороны. А, все, ладно, я проиграл. Ладно, хорошо, я буду искать. Там есть секундочку. Так, в принципе, очень много было книжных полок тоже. Много арбузов было. О, привет, братан. Чё? Ай, я же выбрал это. На клавише 4 нажатия. Так. Что это? А, нету, сейчас пой. Мне не доходило. Так, сколько у нас один предел? Две полки, один светит. Так, ну, в принципе, тут полка. Тут меня, в принципе, убили, да. Так. Да и книжных полки, маяк и один обсидиан есть. А два арбуза. Обсидиановую нашел. Так, два арбуза. А, я забыл, тут уже еще гурда. Где-то... Не вижу, конечно. Ну, допустим. Так, ну, в принципе, я ее убил. Так. Что это было? Мы все куда они зашли сюда. Ой, я не могу вход найти. Блин, я сюда попал. Кто там? Одна книжка, один маяк и... Чё? Они просто зашли. Так, ну в принципе, книжным... Я не знаю, где можно спрятаться. В принципе, везде тут места для книжной полки, в основном палевные. Ну, либо не подходят просто. Вот под маяк уже намного больше мест. Так. Надо вот по таким островкам. Они просто могут спрятаться и все. Так. Все. Игра окончена. Секиры выиграли. Ну, так, в принципе. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки. Всем пока.